Так, отплываем. Сейчас будем тестировать Сузуки против Ямахи. Взяли вот трос. Посмотрим, какая будет тяга. Посмотрим. Ну давай, это самое. Трос и как-то цепляться. Давай сначала проведем тест вот этот, который я хочу. А я наверное, за струбцины зацеплю. Вот так. А, хотя, слушай, тогда будет на борт идти она, да? Давай тоже на ногу сделаю, чтоб... Только как можно выше. Как можно выше к мотору туда. И чтобы она не попала под винт. Или она хоть не тонет, но все равно ее можно... Не-не-не, выше возьми. Выше, вообще, конечно, самый... Чем выше, тем лучше. Да, давай, туда, вот так, все, не затягивай, все, и опускай мотор. И она не отпустится, там же эти крючки будут мешать, она не опустится. Все, опускай, нормально. Она не оторвет ничего и не поломает. Все, отлично. Так, вот сейчас цепляем моторы. Веревочкой. Вот так, ту завочку такое дело. И будем смотреть... Какой мотор лучше тянет? Есть товарищи, которые говорят, что якобы Сузуки супертяговый мотор. Мы сейчас это узнаем, какой мотор супертяговый. Включи передачу. Готов? Передачу включай. Включил? Давай, на старт. Держись, Сережа. Я махну рукой, поехали. На старт. Внимание. Марш. Давай отъедем поглубже. Поглубже. Я тут пису, блядь, грязь баламучу. Ну вообще ты победил, пока. Пока Сузуки побеждает, сейчас мы поменяемся, это самое. Ты туда, смотри. Ты туда, я туда. Так, подожди, нейтралку поставь. Так, включай передачу, на старт. Внимание. Марш! Хорош! Ну что можно сказать? Все, глуши мотор. Ну что можно сказать? Сузуки побеждает, тут 100%. Ну, во всяком случае, там можно дифферентом было поиграть, там все такое, но... Короче, Сузука тянет лучше, это видно. Так что, товарищи с Русфишинга, наверное, все-таки правы. Да? Ну, посильнее, да, тяга все-таки? А? Ну все, снимай трос. Короче, Сузука тянет сильнее даже против ветра, да? Ну, согласись. Но сейчас вот как бы, как ты сказал, видишь, мы по-всякому крутили, и все равно Сузука сильнее тянет. Даже слышишь, в чем прикол? Слышишь, на холостых, вот если включаешь нейтралку, включаешь передний ход на холостых, она на холостых сильнее тянет. Ну, то есть даже на холостых Ямаха слабее тянет. Но видишь, Ямаха более крутильный, поэтому у нас к скорости она как бы, ну, лучше крутится. Короче, сейчас попробовали... Нет, это не мощность. Мощность одинаковая. Тяга. Ну, как дизель, понимаешь? А? Короче, Сузуки победила в тесте на тягу. Сейчас пробовали вот веревочкой, да?
Сузуки победила. Ну, как бы здесь вопрос понятен. Потому что прям, ты когда включаешь передачу, там прям, ну, как бы... Ими довольна хозяина Сузуки. Ну, хозяин Сузуки будет все продавать, наверное. Или уже теперь подумай, теперь уже подумай. Теперь хозяин Сузуки подумает. А вдруг вот понадобится кого-нибудь потянуть? То есть вот для тяги, если что-то буксировать, конечно... Ну, что буксировать? Я думаю, что даже если народу больше будет в лодке, она будет круче. Ну, это все винтом решается. Мы-то столько винтами. То есть при равных условиях Сузуки тянет лучше. При равных условиях.